живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна. Людмила Марковна Гурченко, неподражаемая и всенародно любимая актриса и певица, которая стремительно ворвалась в наш кинематограф в 1956 году с фильмом «Карнавальная ночь». Она больше 50 лет оставалась одной из любимейших актрис советских зрителей. Людмила Марковна продолжала сниматься и выходить на сцену в концертах почти до последнего дня, поражая зрителей своей неувидаемой красотой и жизненной энергией. Скончалась она 30 марта 2011 года от сердечной недостаточности. Похоронена на 10-м участке Новодевичьего кладбища. Памятник на могиле работы двух известных скульпторов Юрия Харовского и Юрия Шабельникова поражает удивительно гармоничным соединением черного и белого, как две стороны ее судьбы. В центре фигура Гурченко в длинном платье. На обратной стороне монумента слова, которые Людмила Марковна в свое время адресовала зрителям: «Дорогие зрители, я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты, это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев».